При себе необходимо иметь оригиналы, ксерокопию паспорта, а также документ, подтверждающий получение среднего общего образования. Следует обратить внимание, что в этом году при поступлении в высшее учебное заведение действительно результаты ЕГЭ за предыдущие 4 года. Заявление можно подать в Центре развития образования по адресу Анапа, улица Ивана Голубца, 13. Информацию по вопросам организации и проведения ЕГЭ на территории Анапы можно получить по телефонам 466-41-50602 и по телефону горячей линии 8-928-257-2580.